А вы знали, что прогресс в модах на Stalker уже дошел до того, что можно обустроить свою базу? Это, конечно, все еще не строительство, как в Майнкрафте, но тоже ничего. В некоторых сборках на Аномали уже можно так делать. На стримах я играю в сборку Boss Pack. В качестве убежища я выбрал одну из квартирок в мертвом городе на последнем этаже. Сначала я притащил сюда ящик, оружейный футляр, светильник, ну и радио поставил на балкон, чтобы на весь город навалить музла. Добыв миллион и разблокировав весь ассортимент торговцев, в хату я докупил еще ящиков, мультитопливную печь, верстак и фортепиано. На верстаке при помощи своих наборов для инструментов можно крафтить вещи, а также хранить всякие материалы. Ну а на фортепиано можно вылететь из игры, например. Если бы вы подписались на канал и помогли добить 680к, я был бы рад.